Добрый день, уважаемые коллеги, с вами на связи Роман Салагов, представитель чумового классного мексиканского холдинга RCD Hotels. И сегодня я вам лаконично, но очень ярко расскажу о нашем флагманском отеле. Это Hard Rock Hotel и казино Пунта Кана, Доминиканская Республика. Итак, давайте начнем с того, где же располагается наш отель. Он находится в 20 минутах езды от аэропорта Пунта Кана, либо 60 минут езды от аэропорта Ла Романа. Локация очень-очень классная. Отель достаточно большой. Напомню, он работает по системе «Все включено», принимает как гостей с детьми, так, соответственно, и взрослых. 1800 номеров, большой комплекс. Мы с вами заезжаем и оказываемся в главном здании. Мы его называем «Бульвар». Почему именно так? Дело в том, что здание выполнено в стиле торгового центра, то есть вы идете, и у вас с каждой стороны различные интересные локации. Это может быть дегустации, бутиковые магазины, рестораны, бары, то есть здесь жизнь кипит 24/7. Казино, ночной клуб, в общем, куча-куча всего. На схеме голубые, красные и золотые здания – это непосредственно уже номера. Между ними протекает вот такая речка, бояться не стоит, она абсолютно чистая, здесь водятся черепашки. Очень важный момент. Когда выходим на пляж и смотрим на этот замечательный Атлантический океан, слева от нас на многие километры нету ни отелей, ни строений, вообще никого. То есть только белоснежный песок, бирюзовая вода, дикие джунгли и наши с вами счастливые клиенты. С учетом того, что в нашем отеле работает исключительно система all-inclusive, да, то есть все включено, с лежака можно не вставать. Любой напиток, коктейль, все доставят к месту вашего пребывания. Зона немного волнистая, но за счет этого у нас практически нету водорослей. Все водоросли уносятся либо севернее в сторону Увера-Альто, либо южнее в сторону Бавара. Пожалуйста, учитывайте этот момент. Как я уже сказал, практически 1800 номеров в отеле, куча различных категорий, расположены в разных зонах, но самый базовый метраж номера Caribbean Suite начинается от 72 квадратных метров, поэтому здоровенные номера. Давайте рассмотрим, что же есть вообще во всех наших номерах. Итак, обязательно мини-бар, полностью укомплектованный, пополняется ежедневно без каких-либо доплат. Здесь у нас клиенты найдут местное пиво, прохладительные напитки, газировку, ну и так далее. 24 часа обслуживание номеров, без доплат, без ограничений по заказам. Есть варианты завтраков, обедов, ужинов, ночное меню. То есть, пожалуйста, заказывайте без ограничений. В том числе можно заказывать напитки. Бесплатные звонки в континентальные районы Штатов и Канады. Ну, мало ли, может быть, у вас там родственники, нужно похвастаться. Бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля, без ограничений, без паролей, без каких-либо временных интервалов и так далее. Во всех номерах двухместный джакузи, то есть, соответственно, тоже, пожалуйста, его можно использовать для таких вечеринок. Ванные принадлежности, косметика от компании Gilchrist & Soames. Это Великобритания, ребята с 32 года этим занимаются, все на высшем уровне. Ну и, конечно же, такие неотъемлемые атрибуты пятизвездочных отелей, как сейф, халаты, тапочки, гладильная доска, утюг. Это по умолчанию все есть даже в базовых номерах. Едем дальше. На территории отеля 13 бассейнов, есть как отдельно для взрослых, так и для детей. Собственные гольф-поля прямо на территории, 18 лунок, 72 пар, очень классный дизайн от Джека Золотого Медведя Никлауса. Самое большое казино Доминиканы располагается именно в нашем отеле, более 4000 квадратных метров. Также корты для тенниса, волейбольные площадки, футбольное поле, то есть все это также имеет место быть. Мини-гольф, детский клуб, значит, детишки до 4 лет в нашем отеле идут как инфанты, проживают бесплатно. И сейчас действует акция, когда дети до 18 лет также проживают бесплатно, максимум двое детей в один номер с родителями. Поэтому, пожалуйста, тоже учитывайте данную активность. И, конечно же, есть клуб для детей до 12 лет и клуб для тинейджеров от 13 до 17. Тоже, пожалуйста, это имейте в виду. Музыкальная лаборатория, очень классная программа, здесь можно абсолютно бесплатно взять в аренду одну из 20 гитар фирмы Fender со всеми примочками, педальками. Также в специальной зоне у нас находятся инструктора, они помогут, подскажут, научат, как играть на гитаре, есть барабанная установка, клавишные. И два раза в неделю мы устраиваем такие вечера, когда клиенты отеля могут дать живой концерт для других гостей. Очень классно, хотите в баре, хотите в амфитеатре, мы все устроим. The Sound of Your Stay. По этой программе можно арендовать проигрыватели фирмы Crosley с коллекцией винила для тех, кто любит классический качественный звук. И также можно получить специальную ссылку, пройдя по которой и введя пароль, можно прослушивать различные музыкальные подборки, композиции, ремиксы, либо просто классические композиции прошлого.
Сизо-шоу – это здоровенный амфитеатр на 1200 человек, потому что каждый вечер мы организуем различные шоу, которые не повторяются в течение 2 недель. Поэтому приезжая к нам даже на 14 ночей, каждый вечер вас ждет что-то новое. Едем с вами дальше. В главном здании более 30 магазинов, как локальных брендов, так и международных марок. Соответственно, если вдруг что-то забыли, можно здесь это дело исправить. Аркадный центр. Экстремальный центр, который включает в себя 2 теннисных корта, баскетбольную площадку и стол для пинг-понга. Спа-центр, салон красоты Posh, фирменный магазин Rockshop. То есть если вам нужно закупиться нашими фирменными футболками, кепками, значочками, вот это как раз сюда. Фитнес-зал Body Rock работает ежедневно с 6 утра до 10 вечера. И в нем, помимо зоны свободных весов, кардиозоны, также есть залы, где мы проводим групповые занятия абсолютно бесплатно от Les Mills, этой легендарной новозеландской компании. Поэтому, если вы за ЗОЖ, если вам очень важно даже во время отдыха не отходить от тренировок, правильного питания, вам сюда. Мемрабилия. Главное здание нашего отеля представляет собой музей музыки, где собраны уникальные личные вещи знаменитости. Это могут быть гитары, костюмы с выступлений. В одном из лобби у нас стоит лимузин Мадонны и мотоцикл Билли Айдола. Очень много легендарных классных вещей. И пару раз в неделю мы проводим экскурсии, когда наши сотрудники рассказывают и показывают ту или иную вещь и, соответственно, занимательные интересные истории, которые с ней связаны. Ночной клуб Ора. И недавно мы открыли боулинг-бар. Очень классное заведение, $10 на человека, если вы фанат боулинга. Достаточно большой сегмент у нас в отеле занимают группы. В нашем отеле 2 лобби. Одно лобби для индивидуальных клиентов, семьи, компании, друзей, молодожены и так далее. И второе лобби исключительно для групп. То есть эти потоки мы разделяем, нет никакой толпушки. И за счет этого заселение происходит максимально быстро. Самое важное, что нужно знать по масс-сегменту. Если вы бронируете проживание от 10 номеров, неважно, синглы либо даблы, конференц-залы, кофе-брейки, какие-то площадки, в том числе открытые на свежем воздухе для проведения мероприятий, кофе-брейки, премиальный алкоголь международных марок, все это включено в стоимость. То есть нет вот этих звездочки доплата, 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 поэтому наш отель – это идеальная мечта для ивент-менеджера. Как видите, есть различные локации, различные декорации, то есть все мы это делаем под ключ. Залы позволяют, залы-трансформеры. Здесь, допустим, вот в зале Fillmore наш самый большой зал на 3500 квадратных метров. В 2018 году выступал Джастин Бибер и Sting. Поэтому вот имейте в виду, такие тоже грандиозные концерты мы организуем. Так, различные площадки. По поводу ресторанов, напомню, у нас система all-inclusive, поэтому все рестораны включены в стоимость проживания. Можно заранее записываться на ужины на 3 дня вперед, можно не записываться, если клиенты предпочитают такую спонтанность. Но вот имейте в виду. Итак, Торо. Это американский стейк-хаус, соответственно, различные виды стейков. Данный ресторан располагается рядом с пляжем, поэтому есть основной зал и очень классная терраса, где можно ужинать с видом на Атлантический океан. В главном здании отеля располагается Los Gallos, мексиканский ресторан. Ну, у нас мексиканская компания, поэтому мы стараемся мексиканскую тематику, соответственно, прививать всем клиентам. Естественно, дегустация такой классной элитной текилы, как Дон Хулио, Мильочо Сиентос, Карольехо, все это включено в стоимость. Ну, помимо очень классных, вкусных мексиканских блюд. Бистромет также располагается в главном здании отеля. Микс средиземноморской и ливанской кухни очень интересно. Один из самых любимых ресторанов в этом отеле среди наших клиентов – это ресторан Zen. Азиатская кухня с уклоном в тепаньяки. То есть у нас более 20 станций, такие P-образные станции, когда шеф-повар стоит по центру, клиенты рассаживаются по периметру. И тут начинается шоу. Ножи летают, огонь до потолка и, конечно же, челюстью клиентов в районе колена. Потому что это очень-очень классно, но самое важное – это безумно-безумно вкусно. Мой самый любимый ресторан в этом отеле – это Ипанема, бразильское родизио, где каждые 5 минут на здоровенной шпажке вам несут различные виды мяса до тех пор, пока вы, ну, вариантов 2, либо не лопнете, либо не перевернете карточку на столе. Помимо этого есть салатный бар, можно заказать какие-то позиции из меню а-ля карт, но вот имейте в виду, все это без доплат, это включено в стоимость. Ресторан «Исла» находится также на пляже, как и ресторан «Тора». Это карибская кухня, в том числе морепродукты, мидии, креветки, осьминоги, прочие морские гады. Вот на ужин нужно идти именно сюда.
за всем этим делом. Ресторан «Чао» в главном здании, завтраки, обеды, ужины с уклоном в средиземноморскую кухню и Италию. Единственный ресторан, который не входит в систему All Inclusive, это ресторан «Монсеррат Манор», потому что он располагается на территории казино. «Хардроп Казино» — это отдельная компания, поэтому вот такие условия. Все остальные рестораны включены в стоимость проживания без лимита по посещениям, без лимита по заказам, независимо от того, какой у вас тип номера и насколько вы приезжаете. Если нет желания выходить, допустим, куда-то на ужин, либо на завтрак, помним, что 24 часа рум-сервис без доплат и также без ограничений по заказам. Используем это. Суммарно 23 бара и лаунж-зон на территории отеля. Все очень стильно, классно, все очень грамотно расположено, поэтому не нужно преодолевать больших расстояний. СПА-центр, 56 кабинок для различных массажей и процедур. До конца 2021 года действует скидка 75% на все услуги СПА-центра, поэтому обязательно-обязательно записываемся. Напомню, что 13 бассейнов на территории отеля, в том числе бассейн для детей, ленивая речка, и также есть бассейн для взрослых, который называется Eden Pool. Мы его с вами наблюдаем на данном слайде. Он полностью огорожен забором. Чтобы сюда зайти, не нужно бронировать какие-то специальные типы номеров, либо доплачивать. Сотрудники на входе по цвету браслета определят, есть вам 18 лет, либо нет. Здесь пенные вечеринки, еда, напитки, естественно, все это также включено. В общем, такая тусовка без детей. И можно загорать топлес. Body Rock. Фитнес-центр. Да, напомню, что здесь также групповые занятия от Les Mills предусмотрены. Гольф-поля от Джека Золотого Медведя Никлауса прямо на территории отеля. Аркадный центр. Он идет за дополнительную плату и включает в себя боулинг-бар, игровые автоматы и наша новинка Escapology. Это квесты 60-минутные, то есть когда вам нужно выбраться из комнаты. Ну, мы используем пустые комнаты и VR-очки, да, то есть зависит от того, какую программу выбрали, ну, соответственно, атмосфера и дизайн будет отличаться. Напомню, что в нашем отеле находится самое большое и стильное казино в Доминиканской Республике, более 4000 квадратных метров. Здесь же ночной клуб «Оре». И куча различных концертов проходит на территории отеля в течение всего года, поэтому обязательно следите за анонсами, за новостями. Бывает, мы выпускаем спецпредложения, когда при бронировании определенного типа номеров или определенного количества ночей вы получаете бесплатные билеты, там, пару билетов на номер, на тот или иной концерт, либо шоу, поэтому обязательно следите за такими вещами. Свадебная тематика очень актуальна для наших отелей, в том числе для Hard Rock отеля в Пунта-Кане. Мы предлагаем две бесплатные услуги для молодожен и для пар, которые отмечают годовщину свадьбы. Итак, первый из них — это Complimentary Honeymoon Package with Love, да, то есть бесплатный пакет для молодоженов, к которому относится бесплатный апгрейд номера до следующей категории по возможности отеля на момент заезда, игристое вино, сладости, фрукты при заезде в номере. Во всех номерах у нас двухместное джакузи, его можем сделать в романтическом стиле. Также включен романтический ужин в специальной уединенной зоне отеля. Различные варианты меню доступны на выбор клиента, поэтому тоже как бы на этом акцентируйте внимание. И романтический завтрак в номер. Специальная подача, специальное меню. Сервировку можно сделать на балконе, можно в постель, как клиенты захотят. Какие условия? Их всего два, и они мега простые. Первое. Бронируем любой тип номера от 5 ночей. И второе, не позднее, чем за 2 суток до заезда, отправляем нам скан, либо фото свидетельства о браке. И вторая услуга – это Ultimate Wedding Package. Это уже полноценная, бесплатная, символическая свадебная церемония на пляже. Мы ставим белую арку с золотыми украшениями и цветочным фоном, букет для невесты, бутонерка для жениха. До 32 человек, только если клиенты отеля, могут участвовать в данной церемонии. Одноуровневый свадебный торт. Опять же, да, размер будет в зависимости от количества участников. Ведущий церемонии на английском либо испанском языках, но там все просто, говорим в нужный момент «yes», и все будет окей. Игристое вино, опять же, из расчета на количество участников, аудиосистема, свадебный координатор на территории отеля, и в этом комплексе, в Hard Rock Hotel и Casino Punta Cana, у нас в том числе есть русскоязычные сотрудники на рецепции, в guest relation и в том числе в свадебном отделе, поэтому общение происходит максимально быстро. Есть нужны свидетели. Пару человек мы где-нибудь найдем. Единственное, надо их запросить заранее. Помимо этого, мейкап, прическа для невесты, маникюр для жениха, 40 фотографий во время церемонии, 50-минутный релакс-массаж для двоих и пакет услуг из
вот этого пакета для молодоженов with love, да, то есть романтический ужин, романтический завтрак, джакузи, игристое вино, сладости, фрукты при заезде и по возможности отеля апгрейд номер, то есть полноценный такой классный пакет. Что нужно сделать? Бронируем любой тип номера от 10 ночей, не позднее, чем за 30 дней до заезда в отель, согласуем с нами дату и время, да, иначе церемония будет платной, это нужно учитывать. Скидываем нам скан либо фото свидетельства о браке без заверений, без переводов, не позднее, чем за 2 суток до заезда. И самое важное, бронирование должно быть совершено в туристической компании. Иначе такая церемония будет стоить $2500. Независимо от того, как бронируется полностью пакетом с авиабилетом, либо только размещение в отеле, да, то есть учитывайте, что вот такие условия имеют место быть. Напомню, что церемония доступна на постоянной основе. И, в принципе, вот эти две бесплатные услуги, помимо того, что они доступны для молодожен, это пара в течение 12 месяцев после заключения брака, также мы их подтверждаем парам, которые отмечают годовщину свадьбы. И для нашего отеля годовщина – это не только 5, 10, 15, 20 лет. Это может быть 2 года, 3, 4, сколько угодно. Главное, чтобы годовщина приходилась на период размещения в отеле. Поэтому имейте в виду. И по ходу презентации я несколько раз говорил о скидке 75%. Это все благодаря нашей замечательной программе Limitless Resort Credit. Она доступна абсолютно для всех гостей, за исключением участников пресс-туров, фан-трипов и обладателей подарочных сертификатов. То есть, если едет семья, компания друзей, молодожены те же самые, да, автоматически данная программа действует, независимо от того, через какого партнера было сделано бронирование. Напомню, значит, скидка 75% действует на экскурсии на английском либо испанском языках, спа-центр, салон красоты, гольф, аренда бали-бетс на пляже либо около бассейна. В общем, там куча-куча услуг, на которые данная программа распространяется. Ваша задача по приезду в отель обратиться в службу Vacation Planner. Там, соответственно, вам расскажут, где, как все расположено, да, что можно бронировать и так далее, так далее. Вот, поэтому имейте в виду, это очень-очень классный момент. Так, и на этом, в принципе, уважаемые коллеги, я заканчиваю. Напомню, что меня зовут Роман Салагов, представитель классной компании RCD Hotels, в управлении которой находятся отели разных брендов в Доминикане, в Мексике и в Соединенных Штатах. Обязательно подписывайтесь на наш русскоязычный телеграм-канал RCD Hotels Rus, где ежедневно я выкладываю интересную познавательную информацию о наших отелях. Это и спецпредложения, и акции, и какие-то информативные моменты. И сейчас напоследок хотел бы поставить сочный, классный видеоролик о нашем отеле. Всем большое спасибо за внимание. Отличного дня, побольше продаж Доминиканы. Ну, вы знаете, какого отеля. Спасибо.